Всем хай, с вами Амин. Мы сегодня будем играть в Sand of I 5. И сегодня сама я и собой Джон. Хай. И со мной First Dice. Для эксалакции. Вот сейчас мы сыграем еще при. Го совер. А, все понял. Короче, друзья, у Амина есть много роликов, и он там крутые видео снимает. Правда, Амин? Угу. Союзники. Let's go. Come on. Out. You must. Друзья, по прошлому нашему видео, почему так мало лайков набралось и подписок? Давайте поактивнее. И мы говорили, что мы будем снимать стрим. Или вы просто смотрите. Друзья, нам так обидно, мы столько снимали. Мы на это ушло у нас очень много времени. Мы даже монтаж это не делали. Мы в компьютер не играли. Почему вы не подписываетесь, друзья? И не ставите лайк. Нам очень обидно. Вот Амин даже перед началом ролика заплакал, что в том видео было очень мало лайков и подписок, правда, Амин? Да. Так что, друзья, подписка и лайк, и мы снимем вторую, третью часть стендов. А если наберете много лайков и много подписок, мы стрим, где мы будем играть с моим профессионалом, другом. Панк. У меня еще нет такого красивого ножа, что без вашей подписки я не могу купить, смотреть. Нормальный нож красивый. Ну, мы будем сниматься. Кто заберет? Я или его же эпик заберу? Или я ему отдаю свой эпик, понял? А, ты... Мы будем играть в соревнования. О, я понял. С пистолетами и с автоматами ты... А, все. Понял, догнал его наконец-то. Что, если кто-то проиграющий, он будет... Кто проиграет, он дает свой автомат. И скин на него? Да. Амин, если ты проиграешь, я просто офигею. Я не проиграю, я его с ним играю. У него 9-й еще уровень. А кто лучше, ты или он? Я, конечно. Мы с ним играли вдвоем. Я выиграю. Так, легко? Нет, это просто начинается. Я готов, мне что-то уже стало, как называется, жарко. Если вы не подпишетесь, я на вас еще обижусь, со всей силы подпишитесь. И поэтому мы, наверное, Аня говорит, что он бросит канал, если вы не будете подписываться. Ну, вправду, друзья. Я тоже обиделся, а человек, что это такое? Это на моем канале я поставил лайк, на втором. Вот видите, Амин это поставил. А не вы. Да, у всех есть свои каналы. У вот А4 был свой канал. Он снимал ты. И вот мы хотели, как называется, с ним дуэльку. И вот мы начинаем. У меня эпик есть, и у него эпик есть. Докажем, кто сильнее, я или он. Мне очень волнуюсь.
Блин! Он получил третий, он второй, когда был сезон. Мама, наверное, кто-то ему задонатил, из-за этого у него есть нож. Нет, а ты как играешь? А ты что думаешь, гиброспортсмен, как играть? Есть. Нет. Я могу потом это снять. Ну, убрать. Можно. Я расскажу. И? Ой, молодец. Уф. А-а-а. Друзья, у Амина... Да, есть радиация, и что? Ты серьезно? Ты это легко так говоришь? У всех у дверей есть радиация, но практически никого нет. Ой, ей своим отспроет. Я что-то ему должен уже. Что ты ему должен? Мы играем на эпик. Ты... Амин, ты специально ему подыгрываешь? Да. Играй нормально, когда он тебя же весь эпик снимет. Опа. Хорош. Пока наоборот, только черному коту и не вижу. Все, катка закончилась. Нет, это смена. Сейчас я буду за спецназа его расстреливать. Почему я очень сильно играю за спецназов? Сейчас отыграюсь. Все, берем это красиво. Ох, смотри, переливается, видишь? Два, нет, два еще. О, Амина, нифига не красивый пистолет. Я хочу убить. Есть. Что? Кто? Еще ему гранату скину, когда он где-то где. Почему я люблю этот спинсон? Не. Умный стил. Он, видишь, помню, когда тебе на обучение показывал, как играть давно еще было. Помнишь? Да. Ты понимаешь? Все, эпик. Ну все, даже я это профукал. А вдруг ты победишь? Нет. Ноль шансов из ноли. Или автомат, а у тебя пистолет. И потом у тебя три. Я его убил. Я поняла, это только у тебя 3-7. Я сейчас отыграюсь, если смогу. А если не сможешь? Ну, должен эпиком. Это на ютубе не буду показывать. А если ты не дашь ему эпик? Когда меня забанят. А если тебя он забанит, и ты его забанишь? Я его не смогу, и он меня не сможет. Ау! Он там. Друзья, скачайте приложение. Как оно? Радиэшн, скачайте приложение
У него еще есть один раз по поводу из Дика. И проверьте, у вас есть радиация или нет. Просто у нас тут такая ситуация. У нашего другого друга просто вылетело, и там 1006, представляете? 1006. Как это возможно? А ну секунду там оказывается. Вот почему он всегда перепрыгивает оттуда. Правда, Аминь? Да. Он реально всегда оттуда перепрыгивает. Вина с Женя. Ты проиграешь, что ли? Друзья, ставьте лайк и говорите, и подписывайтесь. Аминь, мы в тебя верим. Есть! Видели, сколько? 12 жизней он просто убил. Ну, не с пистолетом, но все равно. Это... Ну, я ему с пистолета чуть-чуть оставил хп. Я его еще обгоняю. 5-7. Оу, май. Я думал, что ты проиграл. А ты тоже не будешь показывать в ютубе, как он тебе эпик отдает, да? Угу. А что, а почему так? Все. Ладно, всем друзья. Мы еще не прощаемся, еще раз сыграем катку, но я не буду показывать, как эпик.